Так, это вот панорама, парк. Балкон тоже отснимем сейчас. Такой вот балкон большой. Свежие апартаменты. Свежий ремонт. Так, а мы туда вниз пойдем. Санузел. Это получается второй ярус у нас. Стиральная, сушильная машина. Ага. Ага. И отдельно сушильная. Да. Балкон здесь застекленный с другой стороны. То есть это единственные такие апартаменты. С застекленным балконом и теплым полом. То есть зимой здесь. А, здесь тоже теплый пол. Здесь, по сути, еще одна стоит. Комната, да? Батареи еще стоят. Да, вот это балкон на вторую сторону, ну, с видом как бы на гору, да. Но здесь тоже как еще одна комната получается такая, с теплым полом. Все красиво. Так, идем на первый этаж. Да, вот эти прям красивые. Так, это значит у нас первый этаж. Санузел на первом этаже. Все детали, конечно, можно потом будет проговорить. Самое главное, чтобы вы понимали, как вообще этот комплекс. Кому-то, может, он вовсе не подойдет. Вы займитесь лучше балконом, посмотрите, подождите сейчас. Тоже, соответственно, балкон. С такими же видами, как на втором ярусе. И вот гостиная с большим телевизором. Ну, в общем, да, все.